Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Жизнь после. Продолжить. Ну, карту хорошо открыли. Повоевали. Как кольцо мое возвращать-то будем? Как я понял, она не сама отдала. А он, кстати, видел, как мы целовались. Давай. Давай, переходим. Переходим. Быстрый переход. Грибы. Что это? Это бензин. То, что надо. Хорошо. Так. Так, где у нас? На всякий случай подняться на вышку и связаться с Бухарем. Да, где-то она здесь была. Вон она. Я на нее поднимался уже. Ползем. Грибочки. Я только не говори, что ты прибежал где-то. Надеюсь, достаточно высоко. Бухарь, это Дикон, ответь. Лагерь Лост Лейк, меня кто-нибудь слышит? Дик? Дик, это ты? Тебя почти не слышно, связь прерывается. Ты где? Не поверишь, у Крейтер Лейк. Слушай, я... Рад тебя слышать, брат. Я думал, может, ты собрался обратно. Нет, пока нет. Тут все сложно. Слушай, я просто... Ну, просто хотел узнать, как там у вас дела. Хорошо, у нас все хорошо, Дик. Ни за что не угадаешь, кого старик назначил начальником охраны. Тебя, что ли? Ага, меня. Наверное, подумал, раз у меня всего одна рука, и проблем будет в два раза меньше. В общем, шутник. Я просто хотел узнать, как ты. Спасибо, я рад с тобой пообщаться. Да, я тоже. Даже просто позвонить другу, это уже хорошо. Да. Ну ладно, идем вниз. Бухарь, дружище. Так. Ну, кстати, вот этот огонь потух уже, да? До этого горел. Я посмотрю, что можно взять. А то я где-то что-то потратился, все равно. Нет? Ну, если на взрывчатка у меня вся есть. Можно ехать. Это мне нужно. Ингредиенты. Можно что-нибудь смастерить. Так. Ресурс-то у меня забрали?
Вот так. Так. Дополнительное задание какое-то есть. Ну давайте сюда. Еще трофеи. Ну так-то недалеко, полкилометра всего. Если по прямой. Да подожди. Да. Блин, так-то нифига я увернулся. Скользкая дорожка-то. Ну лезь уже. Нравится? На. Напала. На. Блин, что с мотоциклом сбили? Так, подсохранюсь. Что мне там надо-то? Твою мать, мимо. Так, а что надо? Хотел примкнуть к этим ублюдкам. Так. Я прям чувствую орду. Где она? Нет, смотрите-ка. Так. Такс. Да твою мать. Такс. Твою мать, ты что так ходишь? Так, мне поди автобус надо обследовать.
Так. Одуванчик полевой, лекарственный. Семейство сложноцветных. На. Чё так замертвячено? О. Давай. Нашел. Где ты, Итан? Я тебя найду. Нехилый лагерь они отгрохали. Так. Слышал, что с ней сделали. Только зачем они вообще лезут? Пора бы усвоить, что здесь их не ждут. Пришел, попался. Ты труп. Давай. Опа! Я смотрю, ты умеешь выживать. Может, это, опустишь оружие, выйдешь, и мы поболтаем? Сбоку! Вот так. Поболтали. Ну дышит так. Пугай. Твою-то мать. Взрывчатка. Мне нужна взрывчатка. Взрывчатка. Так. Вон он. Так, он взрывчатком никак. Да уж тут, да хрена тут было мародеров. О, господи. Надо как-то пробраться внутрь. Ну, давай обойдем. Взрывчатка. А, получается, и те можно было взрывать тогда. Все, понял. Как эта штука вообще работает. Все. Теперь до меня все дошло. Давай, давай. Опа.
Беги. Так, а какая мне взрывчатка нужна? Получается, вот это все взрываться может. Фугас, осколочная. Бомба с дистанционным подрывом. Свечу зажигания. Так. Отвлеченный манок, манок бомба. Свечу зажигания. Световая граната. Так, пепельный болт, разрывной болт. Ну-ка, получится. Получилось. Пошло дело. Особое оружие. Просто болт. Опа. Опа. Блин, жалко, что тут нельзя покупать ингредиенты. Или как их правильно называют. Так. Алло. Так, ты, давай. Итан, кто ты? Как я понимаю, да? Как дела, Капрал, приятель? Как я рад, что ты здесь. Да? А я думал, ты хотел примкнуть к этим ублюдкам. Да нет. Кто ж знал, что они со мной сделают? Ну, ничего хорошего, это точно. Ты как, сам отсюда выберешься? Да. Да. Спасибо тебе. Ого. Вали меня. Что? Блин, свечу зажигания надо искать теперь. На. Как хорошо, что я залез. Всегда пригодится. Я не понял, это можно было бы не взрывать? Да охренеть справедливость. Пипец! Ну чё ты так? Сейчас на дорогу надо выходить. Надо. Ну, автобуса тоже взять нечего. Да. Капитан Коури, это Сент-Джон. Все в порядке, сэр. Парень возвращается. Кто-то гоняет оленей. Отлично, Сент-Джон. Ты очень стараешься ради общего дела. С тобой дешутское ополчение становится сильнее. Спасибо, сэр. Я еще свяжусь с вами, узнать, как он добрался. Конец связи. На. Капрал
Сен-Джон, ты мне нужен. Жду тебя в Diamond Lake. Вас понял. Я буду как смогу. Так, что у нас здесь? О, канистра с бензином. Канистра. Слышите? Так. Хорошо. О, Леонардо. А он вторая, охереть. Капитан Коури, это Сен-Джон. Как там наш парень? Хорошо. Немного обезвожен и голоден. Повар говорит, он ел чуть ли не за десятерых. Скажите ему, чтобы мне чуток оставил. Отбой. Охренеть. Подальше. И как можно быстрее. Чтобы газануть за мной не успели. Черт, снайпер! Тихо. Бля. Мимо. Так, сойдет. Охренеть. Что я вам плохого сделал? Как тебе, падла? Больше ты никого не подкараулишь. Так. Топорики. Опа. Порох. Всё. Труба. Подожди, пока, подожди, давай, 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 собирай. Везде пойдет. Вот так. Трубка. А где свечи-то все, которые мне нужны для бомбы? А, там, скорее всего, боеприпасы будут. Ага. Вот, вот что мне надо. Открываем их. Скрывай. Чего оттуда забирай? Так, вот у нас вторая метаская. Опа. Что тут лежит? Блин, как я буду делать бомбы, если у меня нету свечей? Так. Нету свечей зажигания. Почему? Вот. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ладно. Пока можем еще доехать. Еще тогда выполнять. Сен-Джон, ты слышишь? Слышал, слышал. Да, Уивер, слышал. Зови меня, Джит. Слушай, я тебя не поблагодарил. В смысле, за помощь. Да ладно, я просто выполняю приказы. Но все равно спасибо. Я ценю, что ты таскаешься водище, рискуешь своей шкурой. И, кстати говоря, напал у меня почти готов. Скоро поможешь нам испытать его в деле. Да, хорошо, Уивер. Джим, да, помогу. Конец связи. Так. Так, где вы? Даже не знаю, зомби это был или нет. Магнитик взял. Банка. Где ты ходил? Ну, все-таки человеком был. Вот что бывает. Область поиска. Извини, сейчас на мотоцикле только ехать туда, если. Блин, одинаковое расстояние, но я так думаю, это вышка. Давай. Нет, чуть подальше, смотрите-ка. Санамас. Вы охренели, что ли? Меня еще недооцениваете. Так. Все, там область пропала. Взял. Да все, там уже мне не надо. Раз. Все.
Давай. Доедем, чтобы она убралась. Мне только не хватало. Так. Аккуратнее, аккуратнее. Так-то ни хрена он не снес, то что-то многоватенько. Капитан. Ну. Эти следы свежие. Ожидаете, чтобы так? Надо осмотреться. Ладно. Где? Я на верном пути. Ну давай, тут одно здание-то. Мне надо попасть внутрь. Так. Нет. Медицинская аптечка, хорошо. На. Чё, не нравится? А я думал, мне сначала показалось. Оказывается, нет. Ушел, падла. Ну ладно. Думали, я тут бегать буду прятаться, да? Вот так. Давай подсоберем. Пока хорошо иду. Блин, почему не заснеживает?
Что ты? Потом с тобой разберемся. Заперто. Так. Пата ушел. Патина. Ладно. На. Фуникулёр рабочий? Сомневаюсь. Порох, блин. Можно было бы обойти, да? О, где-то я что-то не обшарил. Притаился, мало ли, вдруг у него свеча. Не, не та, которая от геморроя, не. Ладно, ты пока далековато. А, все понятно. Трупик на крыше. И у нас остается еще вот здесь вот. Давай, смотришь, кто там. Тейлор. Опять ты? Дикон Сент-Джон. Как дела, Тейлор? Чего ты не так? Облажался я, бро. Живой же. Не хотел я его убивать. И откуда он только там взялся? Док был хороший, он ведь, сука, он мне помог. Ну, вставай. Нет. Я не хочу в петлю. Я не хочу в петлю. Нет. Я не хочу в петлю. Эй, слушай меня, Тейлор. Тейлор. Ты дрыгаешься. Уэйт. Обсираешься, а эти будилы стоят по стойке смирно и ржут над тобой. Стоят и ржут. Не хочу в петлю. Не хочу в петлю. Дик. Не дай меня повесить. Опа. Походу дела тебе пита-то не светит. Да съедят. Я прошу. Ладно, Уэйт. Ты что, кололся? Блин, мир рухнул, ты еще колодцу умудряешься. Передос ему. А, задушить? Нет, все-таки передос, по ходу дела. Ну и ничего, наркомана не жалко. Он, правда, тупой еще какой-то был. Я здесь. Передоз.
Успел. Неси его наружу. Живьем хотите, блин, все. Мясники. Плевать, что человек натворил. Фрикам тела не оставляем. Могу сказать одно. Полковник точно не обрадуется. А тут в чем вина-то моя? Я ж ничего не сделал, не спалился. Ну? Нашли его уже мертвым. Передоз. Вернули большую часть препаратов, но не все. Как будто мало несчастный наш мир повидал разложение. Как будто в нем и без того слишком мало безмозглых, бездушных тварей. Доставьте их в лазарет. И на сей раз не вздумайте приставить к ним наркомана. Слушаюсь. Ну что, я-то свое дело сделал. Как он выжил? Байк разукрасить надо. И мне починить его надо, блин, разукрасить. Не о том я думаю. Пойдем. Вот он. Ну-ка. О, Дик! Капрал! Конечно. Привет, сержант. Вот так. А, подожди. А, что не у тебя. У нас есть. У тебя нет. Капрал Сан-Джон. Дик, заглядывай. А вот у тебя может капрал быть. Капрал при исполнении. Сержант, как поживаешь? Так, мне это не интересно. Припасы. О, да. Прокачаем эту штуку по полной, так? Так. Сделаешь меня миллиардером, да? Блин. А, ладно. Все, пока. Ну, до встречи. Дикон, ты слышишь? Это слышу. Сара, мне нужно с тобой поговорить. А, да, я здесь. А ты как будто радостная. Просто я все поняла. Слушай, мне был нужен только секвенатор ДНК. Теперь я готова. Можно опробовать мою сыворотку. Ого, хорошо. Хорошо. А на ком? Чем тебе помочь? Расскажу при личной встрече. Я пошла. Так. Ну, давайте-ка сядем сначала. На байк. И телепортируемся кого сюда. Он нас все-таки первый вызывал. А там, может быть, даже по пути еще. Так что, вперед, садись. Это капрал Сен-Джон, впустите! Сам капрал Дикон Сен-Джон. Раз, Сен-Джон. Два, держать! Так. Так точно, сержант! Ты... Что-то ищешь? Тогда дизайн. А, это не то. Что-то... Сейчас выбрана вот такая. За работу, парни. Шевели. Ну-ка. Ага.
Только где он? Ну, дизайн, почему у меня... Мы говорим бензин, а ты, наверное, привык к топливу. Да. Характеристики. Ага. Так. Вот он ты. Следишь за мной. Давай, что-нибудь неопасное, как я понимаю. Капрал Сен-Джон, у меня для тебя важное задание. Да, сэр. Всегда рад помочь. Мы отправили патруль на север вдоль 97-й трассы, чтобы найти группу анархистов. Ты никогда раньше на них не натыкался? Анархисты — это те ублюдки, которые оставляют за собой кучки камней? Да уж. Встречал пару раз. Давно это было. Я думал, их всех перебили. Как видно, нет. Я отметил их расположение на карте. Я отправляю тебя одного, если они удерживают кого-то из наших. Да, понял. Я смогу вывести их оттуда живыми, ясно. Командир патруля, сержант Мич Аллен, мой близкий друг. Да, сэр, я сделаю, что смогу. Я на тебя надеюсь, капрал. Конечно, понял. Надеюсь. Так. Пойдем. Думаешь, так удрать от фриков? Да ни хрена! Давай! Да, по дороге. Давай. Блин, что-то я не понимаю, что там с мотоциклом я открыл. Материалы. Создание. Так. Бомба с датчиком приближения. А, я еще должен сделать это все. Ни хрена, не понимаю. Ребята, открывайте. А, я прибыл. Все. Дальше не уедет. Вот она. Палатка. Заходь. Ничего, зато хоть погреемся. Ну, тоже верно. У нас в доме была печка. Я ее ненавидел. Ай-яй-яй-яй-яй. Стоп, погоди. Тебе нужен живой? Знаешь, трудно ставить опыты на трупе. Вот. А, что это? Это сильный транквилизатор. Должно хватить, чтобы доставить в лагерь. Я так близка к цели. Осталось чуть-чуть. Есть, мэм. Хорошо. Живого. Охренеть. Там надо сетями он. Пусть. Дикон, прием. Я вот поехал искать тебе шакала. Отлично. Только мне нужен один вполне конкретный. Так, стоп, не понял. Конкретный шакал? Это как? К югу отсюда, рядом с Рим-Драйв, есть старая турбаза. Там теперь целая колония зараженных детей. Ну, шакалов. Ясно. Как доберешься, сообщи. Конец связи. Целая колония шакалов. Не терпится увидеть. Сен-Джон, ответь. Капитан, лейтенант Уитакер дала мне поручение, так что я сейчас немного занят. Понятно.
Свяжись со мной, как закончишь. Мы готовы испытать оружие у Вивера. Конец связи. Черт. Все-таки не получилось у Сары обогнать Уивера. Давай. Сара, я на месте. Смотри, тебе нужно найти девочку в красной футболке. Детская футболка такая, знаешь, с котеночком. Удивительно, что полковник все это еще не сжег. Я сказала, чтобы этих не трогали. Я уже несколько месяцев беру анализы крови у самых маленьких. Без них препарат не сделать. Ну ладно. И как мне ее оттуда вытащить, не поубивав всех остальных? Слушай, я не знаю. Придумай что-нибудь. Мне нужна девочка в красной футболке. Понятно. Ну не в красной же ты футболке. Так. И теперь. Твою мать. Вот как кто-то сидит. Вот у меня она, мне кажется, там. А почему так-то? О, вон она, даже помечена была, бля. Ну-ка, поди ее завалить, да заново начать. Пока от остальных не избавлюсь, поди, не могу взять ее.
Все. Вытаскиваю это тело. Нужен тебе живой? Получишь живого. Ну-ка, потише. Зомби повезу. Зомби. Ой, хозяин крепко спит, но ты его не трожь, зомби. Ах, ты срань, ну ты паскуда. Обделалась. Этот гад мне весь байк обоссал. Полковник не разрешает заводить питомцев. А лейтенанту нужен живой подопытный. Я смотрю, вы хорошо ладите с лейтенантом Уитакер. По долгу службы, сэр. Службой ограничься. Полковник не приемлет вольности между солдатами и офицерами. О, нет, нет. Ни в коем случае, сэр. Ну да. Продолжай. Слушаюсь. Нет, я руку отрежу, наверное, с этим пальцем нахрен. Ладно. Бесишь меня. Ну, помоги мне. Сейчас, сейчас. Сильный транквилизатор? У них в организме все шиворот на выворот. Чего ты хочешь? Всю эту дозу рассчитать? Ну-ка, подержи вот так. Держи. Ну вот. Привяжи. Это то, над чем я работала. Долго еще? Сейчас, пару секунд. Держи. Ну, привяжите ее, господи. Чего? И чё? Ни хрена себе. Долбануться. Ну, не знаю, что ты там намешала, но сработало моментально. Твою мать! Чё, опять не так? Ты хотела в человеческий облик привести, так, ну, 2 года организм гнил. Чё ты хотела? Стой. Так ты не оружие делаешь? Господи, ты пытаешься их лечить? Я думала, если добуду изначальную линию клеток из Кловердейла, получу антитела и смогу деконструировать вирус. Господи. И теперь получается, что все это время я работала впустую. Ну почему? Оружие тоже охренительно получилось. Мне их не спасти. Им уже никогда не стать нормальными. Ну так это и первоначально тебе мог такого сказать. Короче, вставай и начни сначала. Ты не видел, что сейчас произошло у этого ребенка? Все клетки тела взорвались. Вот почему нельзя сдаваться. Что? Ты сказала ребенка. А знаешь, сколько таких тварей я убил? И ни разу не приходило в голову, что ведь это же чей-то ребенок. Хорошая мысль. Я знал одну девчонку. Она тоже говорила о фриках, как ты, называла их больными. Я думал, она спятила. Она просто видела их, как ты. Ты думаешь, я спятила? Нет, нет. Впервые за 2 года я встретил вменяемого человека. Хорошо помню ночь, когда я потерял тебя, но... Теперь понимаю... Это было не когда я посадил тебя на вертолет, а через сутки. Мы с Бухарем приехали в лагерь, где ты должна была нас ждать. А там были фрики. Повсюду вертолеты горели, люди кричали. Так много людей. Мы дрались, мы победили. И что в итоге? Трупы. Трупы повсюду. Я смотрел каждое лицо, их там, наверное, было 1000 или больше, и я смотрел каждый из них, вот тогда я тебя потерял. А Бухарь, короче, он 2 года ходил за мной, как нянька, а мне было просто насрать вообще на все. И тут я вижу вертолет Нера над башкой и начинаю что-то чувствовать, и я думаю, знаете, пошли вы! Даже если она жива, знаете, что я сделаю? Я ее найду, и мы уедем ко всем чертям. В гробу я видал ополчение. Не хочу я воевать, и не хочу я жить в лагере.
Так почему ты еще здесь? Из-за тебя. Из-за всего, над чем ты так впахиваешь, забыв обо всем на свете. Большинство людей думают только о выживании, а ты пытаешься мир спасти. Ну, это паршиво получается. В общем, вставай, переводи дух и пробуй снова. Поедем в Кловердейл. У них лучшее оборудование. Мы перероем все их записи. Ты серьезно? Серьезно. Будешь помогать? Да, буду. Буду, потому что ты в это веришь. Не сдавайся. Не сдаюсь. Ну ты еще думаешь-то, блин. Поедем на север. Да, мы поедем на север. Скажем, что за припасами. Но уже не вернемся. Мы дезертируем. Если нас поймают, они нас повесят. Но зато вместе. Мэм? Да. Дик, полковник тебя вызывает. Я сейчас. Собирайся, я скоро буду. Мне еще... Спасибо. Да, мэм. Несколько миссий надо выполнить. Я подумал, успею, не успею. Вот что я думаю сейчас. Капрал Сент-Джон. Полковник, прошу за мной. Все готово? Да, сэр, так точно. В полной боевой готовности. Байк заправлен, сэр. Я что-то, наверное, не понял. Лейтенант Уивер завершил разработку. Испытаем результат. Давно пора. Готов подпалить Орду? Орду? Что-то не так, капрал? Нет, сэр, не. Всегда готов. И с удовольствием. Вот так, наш человек. Господа. Орду. Это начало новой эпохи. Приступайте. Лейтенант Уивер, за мной. Да, сэр. Давай. Байк, прям как у... Кто он там? Какой-то там Макс, безумный Макс. Я не смотрел этот фильм, просто отрывки какие-то видел. То есть металлолома что-то они там собирали. Сделаем так. Вы ждете здесь, а я иду один. Тебе жить надоело, боец? Нет. Вот поэтому мне лучше пойти одному. Жить хочу. Даже с фирменными коктейлями от Уивера мы не сможем вынести всю Орду одним махом. Нет. Так что... Я спущусь туда. Покажусь им, укокошу нескольких, а потом буду драпать. Придумай, как их малость притормозить. Ловушки поставлю. И взорву их нахер. Просто, если мы сунемся туда вдвоем, начнется бардак, мы натравим Орду друг на друга. Лучше вы ждите здесь и наблюдайте. Если что, примчитесь и вытащите меня. Есть идеи получше? Никаких. Только не бросай меня там. Один меня раз уже предали. Нахрен. У меня на байке есть еще молотовые и патроны. Хорошо, хорошо. Это все пригодится. Ой-ой-ой. Так. Как мне спуститься-то туда так? Хорошо, что было. Я где? Пипец. Вот тут где-то мина была, нахрен. Была бы у меня мина. И каков твой план? Я говорю, надо их как-то замедлить. Эти уроды любят толпиться, лезут друг другу на головы. Если найти узкий проход между грузовиками, зданиями или типа того, им понадобится время, чтобы протиснуться. И как только я от них оторвусь... Ты взорвешь их нахрен? Именно. При необходимости повторить до полного уничтожения Орды. И это твой план? Фу,
Ну, в общем, да. Удачи, Сен-Джон. Вряд ли это вопрос удачи. Ну-ка, тихо. Я пошел. Вижу. Сообщай, если помощь нужна. Иди туда. Принято. Да. Ой, я так понимаю, я здесь и должен был сидеть. Так, что у меня? Коктейли Молотова, гранаты. Так. Так. Бомба. Светошумовая. Бомба с датчиком приближения. Бомба с дистанционным подрывом. Ну давай-ка я еще вот сделаю одну. Охренеть. Что будет? Так, надо приготовиться. Закрываем. А нифига не закрываем. Так, убери звук. Так, мне бы бугая бы там, чтобы был. Так. Где? Так. Потом вот здесь. А. Здесь мы. Где она? Бомба-приманка. Нет. Бомба с датчиком приближения. Ну-ка, бугай, да? Нет. Блин, так. Мне нужно. А, надо установить. Надо установить. Блин. Нет, так не пойдет.
Давай. Да беги! Угостить коктейлем! Твою мать! Подожди ты. Уходи, Сэнчон, уходи. Да я уже понял. Лови. Сэнчон, ты перебил почти половину. Так держать. Хорошо. Ловите. Да подожди ты! Да твою мать-то! Так. Ребята! Вам надо только меня поймать. Все. Коури, много еще? Осталось немного, капрал. Где эта четверть? Бегут за тобой. А за кем еще тут я бежать?
особо хотите? Да беги! Проголодались? Долетайте! А вот вам свежее мясо! Как ощущение? Да, тихо ты! Санчо, на тебя идет стая! А, я в курсе! Коури, пожалуйста! Пожалуйста, скажите, что это... Охренеть! Поразительно! У тебя получилось! Ты перебил целую орду! Да, да, ну... мне расплюнуть! Охренеть! Эх... Сара, ты слышишь? У... лейтенант Уитакер говорит капрал Сент-Джон. Ответьте на вызов. А, куда ты подевалась? Капитан, я сейчас пытался связаться с лейтенантом Уитакер. Она не отвечает. Хочешь рассказать об успехе? Да, она будет в восторге. Это уж точно. Скоро ее увидишь. Лейтенанту Уиверу пока не говори. Я хочу сообщить лично. Ага. Да, да, я понял. Мол, орда меня разорвала. Охренеть. Чего-то максимально. Вот здесь вот неплохо их полегло. Давай. Я чувствую подвох. Так что что не говори. Блин, вот здесь вот еще тоже. Да хренище. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай. Жду подвоха. Байк-то мой целый. Или вы меня куда-то персонально будете заманивать? Получилось? Ты сумел? Уиверу спасибо. Никогда такого не видел. Ты так ловко от них уходил. Ну, вы знаете, когда на пятки наступает орда, это очень стимулирует. Полковник прав. Мы можем выиграть войну. Да. Визуальное улучшение у механика. Закажите изменения внешнего вида. Эй! Как прошло? Мне жаль, лейтенант. О, черт. Не вышло. Мне жаль, лейтенант. Ты безработный. И еще как вышло. Ты безработный. Видел этот фейерверк. Круто! Сегодня отмечаем. В офицерском клубе. Да уж, кажется, кое-кого повысят. Эй, ты идешь? Знаешь, вы идите, я догоню. Мне надо сперва кое-что сделать. Ну ладно. Что... Давай, мне еще закупиться надо, блин. Это последнее. Только ничего не разбейте. Кое-что из этого незаменимо. Что происходит? А... где лейтенант? Капрал Сент-Джон. Простите, сэр. Ничего, сынок. Весь ключевой исследовательский состав был переведен. Переведен?
Куда? Просто я принес ей то, что она мне заказала. Понимаю. Но... Но? У нас... Пойдем, сынок. Ну, пошли, конечно. Блин! Мэм, приказ полковника. Мэтт, так нельзя. Ты не можешь держать меня в заперти. Вольно, капитан. И сказал Господь Ною: войди в ковчег ты и семейство твое, ибо тебя увидел я праведным ныне предо мною. Как херню ты несешь? Мэтт, ну что вы говорите? Простите, лейтенант. Нельзя же, полковник, стойте! Эй! Все нормально. Нормально. Да. Мэм, я принес вам те материалы. Идемте, за мной. У меня новая задача. Это будет яд. Надо, чтобы она распылилась. Эти материалы смертельно опасны. С ними надо очень осторожно. Понял, я тебя вытащу. Спасибо. Да, мэм. Ну давай, пока. Посиди. Капитан Коури, прием. Слушаю, капитан. Тебя вызывает полковник. Он в ковчеге у себя в апартаментах. В апартаментах? Если зайти со стороны главного лагеря, за первым складом будет проход налево. Подожди. Ладно, а не знаете, что ему нужно? Что-то насчет дежурств. Не заставляй его ждать, капрал. Слушаюсь. Твое имя упоминали в связи с одним важным проектом. Хорошо себя покажешь, и тебе светит повышение. Да, повышение? Сэр. Конец связи. Ух ты. Важный проект. Какой еще проект? Может, его в жопу себе засунуть. Сэр, я тут... Вот когда я был молод, мы лазали по пещерам вроде этой. Искали петроглифы, рисунки мадоков других племен. Тысячелетней давности. Эти язычники ведь никогда не жили в пещерах. В холоде и мраке. А вот мы... Боже мой, как низко мы пали. Полковник, я... Солдат, подчинявшийся искал... лейтенантам Уитакер и Уиверу, тот, кого ты заменил, ушел в самоволку. Он вломился ко мне и забрал принадлежащую мне Библию. Верни мне ее. Да, сэр. Я отметил на твоей... Библию я видел. Место, где его видели. Ты свободен. Дынька. Закон и беспорядок. Свои Сара, ты на связи? Прием. Капрал Сент-Джон, извольте не нарушать субординацию. Рядовой у меня... Ни хрена не понимаю. Эй, Уивер. Куда я зашел опять? Капрал Сент-Джон, заходи, приятель, зацени вот... Мою хату. Да, неплохая обстановочка. Ничего тогда. А куда бы сунул, если бы облажался? Ну, этажом ниже, на холодок. Ага, я слыхал. Она, знаешь, тоже не пришла в восторг. Да, знаю. Тебе что-то нужно? Не, ничего не надо. А хотя, знаешь, кое-что прям очень нужно. Слышишь? Слышу что? Вот, тишина. Полковник, если ты не в курсе, не фанат музыки. Видать, менонит, что ли? Это про танцы. Какие еще танцы? Менониты любят музыку, у них другое. Они не танцуют. Ну, вообще мне пофиг. Нужен MP3-плеер. Наушники. Хоть что-нибудь. Звука. Ты что, шутишь? А что, похоже? Ладно. Спасибо. Ладно. Так. Сара, ты на связи? Прием. Капрал Сент-Джон, извольте не нарушать субординацию. Рядовой, у меня много работы. На выход. Извините, мэм, приказ полковника. Сказал не спускать с вас глаз. Лейтенант, виноват.
Просто у меня возник вопрос по поводу вашей заявки. Припасы. Слушаю. Там написано, что вам требуется цикута. Да, она растет на берегах болот. Можно поискать на северном краю кламатской топи. Наверняка там будет. Кламатская топь, понял. Капрал, она крайне ядовита. Это самое токсичное растение в Северной Америке. Хорошо, я буду осторожен. И еще, в тех местах есть зараженные вороны. Надо взять что-то, чем можно сжечь их гнезда. Я уже... Сжечь гнезда, понял. Еще один момент. Тут другой проект, над которым я работаю. Скоро появится новая информация. Спасибо, Капрал. Конец связи. Так. Капрал Сен-Джон, еще увидимся. Ну-ка, дай-ка мне. Патроны для дробовика. Нужны молотовы, чтобы сжечь гнезда. Да все у меня уже, там я уже сжег. До встречи, Капрал Сен-Джон. Где? Итак. Первоначально давай-ка. Куда? Сюда, наверное. Я потом оттуда сейчас доеду. Когда вы врезаетесь в препятствие, байк повреждается. Это я знаю. Уивер, да. Тебя плохо слышно. Сигнал прерывается. Потому что я в пещере. Я удивлен, что вообще связь есть. Эй, я знаю, где можно взять MP3-плеер. Да ну, и где? Я был в лагере в муниципальном колледже, когда на него напали фрики. Колледж? Тот, что на востоке? Рядом с 97-й трассой? Да, он самый. Дом бойцов утконоса, или как бишь его. Короче, когда мы отступали, давай. Я бросил там все вещи, в том числе и плеер. Черт, мне надо идти. Сообщи, как будешь на месте. Конец связи. Ага, ладно, будет сделано. Ну, куда? Так. Навык не растерял. И что у нас здесь? О, Брайан, ответь. Я знаю, что ты на этом канале. Сен-Джон, я думал, больше тебя не услышу. Рация не работала? Я ее выключил. Слушай, мне нужна помощь. Я слушаю. Моя жена, та женщина, которую я искал... Я помню. Я ее нашел, О'Брайен. Она жива. Это невероятно. Надо же, каковы шансы? Это сейчас не важно. Я ее нашел, она жива. Но ее держат у себя ополченцы. Те, про которых ты говорил. Сочувствую. Да нахрена мне твое сочувствие? Мне помощь нужна. Ее держат там, куда я не могу добраться. Помоги мне ее освободить. Ты же знаешь, я не могу. Хотя подожди. Ладно, но сначала сделай кое-что для нас. Говори, я на все согласен. Только рацию не выключай. Я с тобой свяжусь. Ладно, О'Брайен. О'Брайен! А, черт. Ну, помощь-то мне нужна будет, ничего страшного. О'Брайен, и где ты, блин, пропадал? Я скинул тебе координаты. Встретимся там. Конец связи. Хорошо. О'Брайен, ну какой же ты ублюдок. Так, сохраняемся. Капрал Сент-Джон, говорит полковник Гарр. Говори. Да, сэр. Капрал, хорошо, да. В наших рядах нашелся еще один предатель. Шпион работал на анархистов. Анархисты? Опять? Да, ты помнишь. Он сбежал, и мы не успели призвать его к ответу. Он отправился на север, и наш патруль его потерял. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Он нужен нам живым, Капрал. Надо узнать, что он тут делал, сколько знает, чего хочет его группа. Да, сэр, я постараюсь. Как всегда. Свободен. Ищем. А мы что тут? Ищем-то вообще.
же. О. Что тут у нас? Ботиночки. Все, не уйдешь. Успел. Прошу прощения, Мишка, но я с тебя шкурку-то сдеру. Вот так. Это здесь. Предупреждаю, с мотоциклом он управляется хорошо, был у нас одним из лучших. Если упустишь его, уже не поймаешь. Это мы посмотрим. Конец связи. Так, а я вообще туда чё приехал? Я просто работаю. А, так все равно, оба рядышком. Ладно, посмотрим. Снаряжение ополченцев. Похоже, их тут тащили. Так, давай-ка. Садимся. Мишка. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Шпион анархистов. Я просто работаю. Так, давай. Надо осмотреться. Вот он. Посмотрим. Что тут у нас? Лаванда. Горная лаванда. Кстати, я собирал уже. Вот так. Так, я только понять не могу. Тут как-то на мотоцикле я должен был приехать сюда. Через реку. Зачем? Ладно. Видим. Ой, я где-то слышу зомбиков.
Охренеть. Вы что тут с ордой живете? Так. Заперто. Это можно подорвать, но хрен знает, что там есть. Неизвестно. Ну там поди какой-нибудь тайничок. Извини, но у меня со взрывчаткой я на тайничок не готов поменяться. За кото. Еще неизвестно, есть ли что-нибудь. То есть тупо кот в мешке. На! Значит, дайте я вашу скульптуру пну. На. Все. Нет. Отдельно, он обычно все берет сразу. А, вот оно куда. А я думал, эти двери взрывать уже. Прямо в лицо. Осторожненько. Погасил. Блин, блинский. Что у меня с напалмом? Только две штуки мог создать, да? Что, тебя не посмотрел, что ли? Ну давай. Ничего хорошего в тебе нет. Так. Видишь, там нету ни хрена. Подождешь. Ну давай теперь посмотрим. Покинуть шахту. А почему меня не предупредили? Вы охренели, что ли? Да слазь, прыгай. Блин, блинский. Твою мать. Еще по мне умудряешься стрелять. Идиоты.
Блин, одна задача там нахрен. Жопу свою побыстрее туда утащи. Господи. Какие люди идиоты. Так, я видел тут что-то на берегу. Оказалось? Ух. Еще так без предупреждения, главное. Капитан, как там сержант? Вернулся? Он в лазарете. Думаю, он полностью восстановится. Спасибо. Это моя работа, сэр. И работа блестяще выполнена. Спасибо, капитан. От меня. Так, смотрим. Ладно, где? Сначала я соберу. Не-не-не. Так. Ну, одна еще есть. Ну, а теперь смотрим. Есть. Полковник, я его обнаружил. Ну что, вряд ли ты так просто сдашься. Скотина! Нет! Нет! Давай по обычной схеме, Дик. Пробить шины, пробить шины! Давай. Нет! Нет! Давай, папа. Yes! Вот чёрт! Вот так. Приятель, похоже, денек у тебя вышел сумбурный. Прямо как ты любишь, да? Да. Живым ты меня не возьмешь. Так я уже взял тебя. В общем, уже считай взял. Хотя живым или нет, мне до лампочки. Чертовы анархисты. Да. Полковник, я его взял. Передаю вам координаты. Отлично, капрал. Так, подожди. Вот. Не бросай меня здесь! Почему? Зачем ты мне нужен? Капитан, как там сержант? Вернулся? Он в лазарете. Думаю, он полностью восстановится. Спасибо. Это моя... Моя работа. Слышали уже. Сейчас прибудет. Готовься, через 30 минут будем уроки делать. Ну, так чего ты от меня хочешь, О'Брайен? Рад, что твоя жена выжила. Да, да, уроки. Говори уже. Я тебе объяснил, что фрики мутируют. И некоторые быстрее других. Да. Мы нацепили на одного маячок, чтобы следить за ним, иногда ловить и брать анализ крови. Ну, наблюдать за вирусом. Ясно, а я вам зачем? Он забрел на территорию ополченцев. А, круто. Нам до него не добраться. Да, там не полетаешь. Повсюду РПГ. Да. Это чё? Чё это? Как найдешь его, сделай кое-что для нас. Тут есть все, что нужно, чтобы сделать биопсию. Нам нужны образцы крови и тканей. Сможешь? Да уж разберусь. Кстати... Классная форма, капрал. Тебе идет? Ой, отсюда. Не надо только. Хороший ответ. Сигнал датчика слежения идет от горы Скотт. Там есть пещера. У экземпляра, который ты ищешь, очень быстрый метаболизм. Мы считаем, он направился туда. Нужно.
нужно будет еще кое-что проверить. Мы послали туда пеший отряд. Они не вернулись. Просто сообщи. Просто сообщи. Если найдешь, здесь остались те, кто их ждал. Ну, это попроще. Что еще ты можешь мне рассказать про этого фрика? У нас нет ответов на все вопросы. Нам известно только, что зараженные мутируют. Ага. Это скачок через миллионы лет эволюции. Мы считаем, что они общаются друг с другом посредством феромонов, как муравьи. Ну, это мы знаем уже. Знаешь, по мне, так ты несешь какой-то бред. Верь во что хочешь. Увидишь нашего подопытного, сам поймешь. Конец связи. Так, я так понимаю, мне надо будет быстренько потом уезжать отсюда. Давай, 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 давай. Опа. О, Брайан, я у пещеры, захожу внутрь. Вы как там, готовы? Да, ждем сигнала. Да чтоб тебе. Что там? Так, дерьмо. Тут все засрали фрики. А ты в курсе, кто прикончил твоих людей? Я там на Орду не нарвусь. Наши люди просто ушли и не вернулись. Но если ты найдешь их, мы будем очень благодарны. А, ну да, это, конечно, меняет дело. Ну да, я понял, понял. Сейчас будем разбираться. Блин. Ты действительно с оружием? Сколько тут ваших должно быть? Сколько у тебя пропало? Четверо. Четверо. Специалисты и три солдата. А меня ты нахрена сюда отправил? Специалист Купер. Мой близкий друг. Поможешь мне с этим, и я постараюсь помочь тебе. Конец связи. О, Брайан, пока я тут выслеживаю твоего фрика, давай-ка ты еще немного побубнишь. Расскажи мне про Вилс, что-то, чего я не знаю. Вероятность заражения при контакте с Вилсом близка к 100%. В первые недели погибли почти все, кто был моложе 12. Видимо, неполовозрелость как-то повлияла на иммунную реакцию. Почти все старше 60 тоже умерли. Организм не смог вынести быструю мутацию на клеточном уровне. У всех остальных, кто заразится, начинают мутировать гены. Но дело в том, что вирус мутирует по экспоненте. Да, ты это уже говорил. Что это значит? Это значит, что зараженный, блин, фрик, которого ты ищешь, не похож на других. Мы выявили более 12 мутаций. 12? Да, и это только начало. Ты не поверишь, чего мы насмотрелись. Да нет, я-то как раз поверю. Конец связи. Так. Вот. Где-то здесь было, да? А, это проход обозначался. Ладно. Блин, даже не знаю, как мне идти вот по заданию. Или еще этих найти. Какой-то бонус получить. Кто тут в пещере-то разбирается нахрен? Спелеолог есть? И как мне до него добраться? Так, чувствую, что не так это должно быть. Хотя почему? Еще один файер. Вот это последний. Да как?
придется. Ладно, сюда идем. Может быть, вниз? Ага. Подожди, вниз. Так. Изучаем. Он же еще горит. Да, мне точно сюда. Он же еще горит даже. Все файлы горят. Сюда, наверх. До твоего бойца. Да, он мертв. На плашке фамилия Эрнандес. Как он умер? А я чё, доктор? Откуда мне знать? Кто-то его разорвал на части. Этот фрик, за которым я иду. Может, ты мне чего сказать забыл? Я сказал все, что знаю. Конец связи. А еще один фаер. Видимо, там еще один из его ребят. Эй! Ты меня слышишь? Помаши рукой, если ты меня слышишь! Ну да, так он мне и помашет. Блин. Блин. Будь здорова. А мне вниз надо вообще? Так, это я вроде уже изучал. Видимо, Купер. Что ты вообще здесь сделал? Так. Господи, я здесь и не был. Не нравится мне это. О, черт. Что тут произошло? Так. Все это взял. Подожди, подожди, тут где-то бомба была. А где бомба-то, мина? Последнего на значке Купер. Понял тебя. Нет, нет! О, Господи! Нет, погоди, нет. Он живой! Сейчас! Эй, Купер! Купер! Эй! Эй, эй, эй! Тихо ты! Слушай сюда! Мы тебя вытащим, ты понял? Купер! Купер, прием! Купер! Вышло! Все полегли! Давай! Ноги перебиты. Сейчас, ждите, я вышлю к вам людей. Нет, нет, нет. Мой костюм поврежден. Я не выживу. Эй. Дайте мне джем. Позовите чат, быстро! Купер, кто это с тобой сделал? Рассказывай.
Он быстрый. Я опомниться не успел. То есть это что, был фрикан? Спринтер. Спринтер. Господи, еще спринтер. Новый какой-то. Кто силач, что спринтер? Я думал, больше не услышу. Голд, слушай меня. Мы тебя оттуда вытащим. Ты слышишь? Голд! Джен, я так... Все, помер он. Опа. Что за хрень? Так с чем я тут имею дело, Брайан? Ни хрена себе! Ребята из лаборатории назвали его Спринтером. Спринтером? Я не понял, в каком смысле? В таком, что он быстрый. Мы замеряли, он разгоняется до 40 миль в час. 40, господи. И он сильный. Может, лучше отступить? Я тоже знаю. Это не твоя битва. Давай. Ну давай, скотина. Надо как-то его замедлить. Его замедлить. Взрывчаткой? Вариант. Давай. Вот так. На спринтере должен быть датчик слежения. Забери его. Он поможет нам тебя вывести. Что? Как, О'Брайен? У нас есть тепловизоры. Мы можем отслеживать Орду. Бери. Твою мать. Давай, вырезай, что там у него. О, боже. Теперь спринтера можно натравливать на этих... На Орду. Бугая. Нахрена я в это ввязался? О'Брайен, взял я твои образцы. Сент-Джон, уходи! Что? Беги оттуда быстро! А куда? Орда идет! О, да он издевается! Куда? Куда бежать? Тихо ты. Да. Пипец, я куда должен-то бежать? Подожди ты.
тихо ты. Ага, их не перебить. А куда бежать-то мне? Вчера не понимаю, куда я должен бежать. Черт, они приближаются. Так, надо добить этих козлов. Я охреневаю, как с вами бороться? Так делаю. Что-то понять не могу. Хрена не понимаю, что надо делать. Мне лишь бы выжить или что? Черт, они приближаются. Так, добить этих Так.
Тихо. Так. Еще. Еще трофеи. Все, а надо было отбиться нахрен. Я думал, надо было убежать. Ну ты и сволочь. Ты выбрался. Да, большое тебе спасибо. Охренеть. Вот тебе и загвоздочка, надо было, блин, готовиться. Ой, сразу. За эту дрянь погибли четверо. Надеюсь, не зря. Ты сам себя слышишь? Это мои люди! Ты летаешь над одищем на вертушке, а потом тихонечко уползаешь. Куда там? В свой уютный бункер? Или что там у тебя за нора? Ты не знаешь, каково нам здесь. Я не обязан выжить. О, да все эти люди, Купер и прочие, не знали, что их ждет. А ты знал? Ведь знал? А? Ты знал? Знал. Свяжись со мной, когда вас с женой надо будет забирать. Может, в этот раз ты ее не бросишь. Блин, ну он... Ну так. Срач, а мне ему помог, он мне помог. Отравленный болт. Ну-ка. И что дает этот отравленный болт? Вот это? Не знаю, что он дает, конечно. Полковник, это Сент-Джон. Патруль забрал пленника? Капрал, к несчастью, нет. Когда они подъехали, он был мертв. Мертв? Ну я-то его живого отдавал. Яд. Он как-то принял яд. Как именно, непонятно. О, сожалею, сэр. Не стоит. Все, что он знал о нас, умерло вместе с ним. Да, сэр, конец связи. Стой, грибочки. Дай-ка соберу грибочки вот эти. Говори. Капитан Коури, вы же в Diamond Lake, да? Вас понял. Так, если появился спринтер. Значит. Да. Так, я... Ну, почти доехал. По крайней мере, хотя бы вот до этого места, до куда-то надо. Уивер, я на месте. Сен-Джон, отлично. Слушай, я был расквартирован в такой типа палатке. Она стояла в самом центре лагеря. Так. Ну, а можно еще каких-нибудь деталей? Эти бараки все на вид одинаковые. Сейчас. Точно! Рядом с ним был флагшток, высокий такой, а на нем старый добрый звездно-полосатый. Ладно. Очень патриотично. Ладно, я погляжу. Конец связи. Вот они. Это здесь. Ладно. Ой, кто сопит? Кто? Так, ладно. Так вот, что-то есть. Ну-ка. Тихо.
Блин, все-таки нет, еще не проверил, смотрите-ка. Что-то с другой стороны кровати у вас. Почему-то я не могу это обследовать. Почему? На пудре. Ой. Так. Да. Вот, вот он. Надеюсь, Уивер, дело того стоит. Давай. Где тут можно переночевать-то до утра? Ложись. Маленький. Передохну чуток. Давай, давай, давай. У нас и так был тяжелый день. От миссии до миссии только гоняю нахрен. Охренеть. Ну ладно, в пещере вот этот трюк можно было проворачивать. Правда, с патронами, блин, это пипец. На пулемет. Когда идешь туда, надо пулемет брать с собой нахрен. Так. Так, мне вот сюда надо. Получается, эти все можно было взрывать нахрен. Ладно, вот это вот взрывать можно было. Подожди. А где тут? Мне что, взорвать ее, что ли? Или не стоит, как вы думаете? Ну-ка, вот здесь вот посмотрим сейчас. Поедем вдоль вот сюда. Вот он. Это вполне похоже на болото. Посмотрим. Ну, а где у нас топливо? Где, где, где? Вот оно. Так. Не создается. Пойдем заправляться и пойдем. Там птичек-то я всех, кстати, переубивал. Зомби птичек уже все сжег. Потом болото пустует у меня, слава богу. Вот так. Давай, давай!
А где третий? Нету? Какой? Не, мне вот сюда надо. Для начала сюда. Я так и знал, что я вот мимо него проезжаю. И вот тут еще. Цикута, цикута. Мне нужна цикута. Надо еще нарвать. Надо найти еще. Сотворное какое-то дело. Этого хватит. Все? Ну все. Давай вот сюда сначала. Телепортируемся. Сдадим миссию. На пудрив. Ну, смотри. Это Капрал Санджон. Впустите его. Мой пижонистый капрал. Расходимся. Как жизнь. Да, у меня все хорошо. Задумал, да? Сержант. Твоему байку апгрейд не помешает. Нет. Да не помешает, то не помешает. А что у тебя есть? Порция старого доброго топлива. Получите. Дизайн. Окраска. А, отличный выбор, неправда? Неправда. Да, да, классная вещь. Ну, ладно. Шевелись. Иду, сержант. Пока. До встречи. Дикон, хорошо. У меня для тебя важное задание. Для этого я здесь, сэр. По южной границе мародеры нападают на наших ребят с припасами. Я отметил место на карте. Похоже, засели они в пещерах к югу от Крейтер Лейк. Там их логово. Пещеры? Ладно. Пещеры. У меня не хватает ресурсов для полноценного штурма. И вы хотите, чтобы я вошел туда потихоньку и всех перебил? С деталями разберешься сам, капрал. Вольно. Это где? Ну, давай. Посмотрим, может, я быстро это сделаю. Так. Это не там ли, где волки были? Нет, что-то не похоже. На. Так. Пойдем посмотрим, что ты мне приготовила. Капитан, я нашел мародеров, которые нападали на наших людей. Там, где вы и говорили. Капрал Санджон, хорошо. Тебе нужна помощь? Нет. Да там одна шушера. Сам справлюсь. Удачи, капрал. Отбой. Вы что ж, ребята, думали, что можно тут засесть и спокойно перехватывать у людей припасы, да? Надо же было соображать, да? Черт, мертвый! Ну, наконец-то. Да. О, так я еще и в кусты, да? Его сразу. Пещера. То есть
Теперь мы типа долбанные пещерные люди. Так. На. Блин. Ну это все? Нет. А, ну это все, да? Да ладно, все. Дело сделано. И я вот даже вот так вот воспользуюсь. Винтовочка. Сент-Джон вызывает Даймонд. Где вы брали до этого припаса-то? Капрал. Капитан, мародеры на нашей южной границе, они нейтрализованы. Ты сказал нашей? Сэр? Ты слишком долго был сам по себе, Сент-Джон. Иногда требуется время, чтобы новобранец осознал себя частью чего-то большего. Если честно, я в тебе сомневался. Ну, теперь я в армии. Да, в армии. Так. Свободен, капрал. Слушаюсь, сэр. Отбой. А, вот так можно было пройти, да? Ага. Экс, что у нас здесь? Белладонна. Все. Давайте сейчас туда сделаем, сдадим. Я так думаю, на этом все будем заканчивать. Ну, надо сначала сдать все задания. Тем более вечереет уже. Мы ночью не хотим ездить. На. С менее важных, да, будем сдавать? Это капитан Коури. У меня к тебе дело. Капитан Коури, вы же в Diamond Lake, да? Вас понял. А, блин. Только же твое задание сделал. Уди. Так. Так давно я стоял перед вами и скорбел о гибели капитана Хименеса, нашего единственного врача и моего близкого друга. Очень близко, не забывай добавлять. Какой великой цели погиб капитан Хименес? Чтобы один наркоман, жалкое ничтожество, а не человек, смог ширнуться. Хименес погиб, потому что встал между наркоманом и сумкой с препаратами. Я предпринял меры, чтобы такого не повторилось. Ради их же безопасности я переместил лейтенантов Уивера и Уитакер в ковчег, где они будут находиться под охраной 24 часа в сутки. Все, кто обладает специализированными знаниями и навыками, незаменимыми навыками, механики, инженеры, ученые, медперсонал, будут переведены на посты в ковчеге до окончания войны. Отныне в ковчег будут пускать только тех, кто выполняет особые задания, и только при условии, что я лично дал добро. Никаких исключений. Никаких. Я начинаю понимать, что наш враг, к сожалению, вовсе не фрики. Они не ведают, что творят. Человечество во всем его упадничестве и грехе. Как говорить-то? Кто наш враг? Приглядывайте за своими соседями. Зло окружает нас. Все свободны. Слава Богу.
Подожди, что-то еще рассказывал, что ли? Нет, молчит, смотрите-ка. Раз все свободны, ладно. Сдаем. Так, подожди. Вот. Вот сюда. Только не говори, что надо было в пещеру ехать. Бля. Ни хрена не так. Ага. Нельзя, да, на мотоцикле? Блин, плохо. Я хотел побезобразничать. Привет, ну как дела? Все, что смог достать. Ого, и что тут у нас? О, чувак, ты просто спаситель. А то. Спасибо. А, еще что-то нужно? Да, все. Ему больше ничего не надо. Понял. Счастливый человек. Эй, Капрал Сен-Джан, ты четкий чувак. Ты на моей волне. Ну, сделал доброе дело. Так. Теперь надо отнести. Давай. Хочешь попробовать? Давай, смелее. Спасибо, капрал. Надеюсь, вы были осторожны, оно токсично. Да, да, конечно, мэм. Слушай, у меня есть план, некогда объяснять. К следующему разу будь готова делать отсюда ноги, поняла? Капрал. Я не сказала спасибо. Вольно, боец. Это значит, дали мне просто папку, без задания. И что там написано, ни хрена не понимаю. Английский-то мы не знаем. Ну, это может быть как-то связано с побегом. Где выход? Ну, это мы успеем. Так. Если продвинуться дальше по сюжету, южные регионы временно станут недоступны. Подожди, нет. Я хочу сделать там небольшое задание. Ну, я так понимаю, привет, оно не обязательно. Привет. Поэтому на этом Капрал все. Дикон Сен-Джон.